Всем привет! Напишите мне, пожалуйста, как со звуком. Перед тем, как буду гостью мою сегодняшнюю присоединять, все ли хорошо? Я, как вот всегда, с микрофончиком. И я попытаюсь сейчас закрепить нашу тему эфира. Я узнала, как это делать. Вы пока мне пишите, хорошо ли меня слышно, нет ли каких-то зависаний, помех, всего, что может помешать нам сегодняшней невероятной теме. Так, Анна уже здесь, сейчас присоединю, только попробуем вначале написать. Так, комментарий. Почему он мне не дает-то самой написать комментарий? Пока вы все присоединились. Простите, тут увидите. Ну ладно, попробую, как всегда, тему в другой раз. Мы ждем Анну. Здравствуйте. Привет! О, класс! Я тут. Да, да. На фоне всей твоей красоты. Как, да, да, я обожаю смотреть твои эфиры. На самом деле, она не всегда тут. Да, 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 да. Только этого вот товарища я выставила, потому что был вопрос про камбучу, я думаю, покажу это сразу. Мой отельчик. Да, это целый город Камбучи, по-моему. Да, отель Камбучи, точно. Спа. А, точно, это спа, они там отдыхают и набираются сил, да? Уже потом можно, ну, rotate, как это, менять. Да, 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 да. Которые рабочие, которые отдыхающие, да, там. О, это интересно. Я, кстати, даже об этом не знала. У меня, в общем, живет себе и живет, иногда сам по себе отдыхает. Здорово. Ну, тоже свои функции тут есть, оно не всем нужно. Понятно. Мне точно нужно. Да, все еще присоединяемся. Я еще разок попробую все-таки. Почему-то. А попробуй, пожалуйста, у тебя. Ты можешь написать комментарий? Вот ты сама. Я комментарий написать могу, но последнее время я почему-то не могу. Так, что мы пишем? Напиши. Практическая ферментация. Да, 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 да. Я попробую это закрепить. Потому что у меня почему-то не дает мне самой написать комментарий. Что странно. То, что мне последнее время не дает закреплять почему-то. Раньше давала закреплять, а теперь она не могу закрепить. Ага, функция такая отсутствует у меня. Так, прикрепить комментарий. У меня получилось. Отлично. Да? Все, ура! Супер, значит, все супер. Да, да, хороший знак. Первый прямой эфир, когда я смогла закрепить с твоей помощью тему. Да? Хорошо. Нужно сюда людей просить. Я иногда прошу, напишите мне комментарий. Потом я его прикрепляю. Здорово. Ну что, дорогие мои, давайте тогда начнем нашу долгожданную тему. О которой я вам давно рассказываю, но сама по себе давно мечтала пригласить практика, знатока этой темы, потому что я вам рассказываю с точки зрения влияния, да, продуктов ферментации, их значимости, их важности для нашего рациона, для нашего организма, все эти взаимосвязи вам рассказываю. С практической точки зрения, ну, какие-то капустки, рецепт я вам размещала. Что еще у нас было? Да, в общем-то, практически, ну и напитки, да, маленький был мини-курс, да, по напиткам. А, ничего более глубокого и к тому же на какие-то интересные практические вопросы я вам не отвечаю, во-первых, потому что чего-то сама еще не знаю, а во-вторых, потому что даже если что-то знаю, у меня не всегда совершенно хватает времени на такие углубленные, скажем так, узкоспециализированные крутые темы. Поэтому я, как человек ленивый и эффективный, приглашаю вам специалистов, чтобы можно было узнать все-все-все. И сегодня с нами чудесная, как я ее называю, богиня ферментации, Аня. Я надеюсь, вы все зашли на профиль. Кто не зашел, обязательно зайдите. Подпишитесь, потому что в вопросах к этому эфиру было много запросов на рецепты, на конкретные рецепты. Я сразу такой дисклеймер. В прямом эфире, конечно же, сейчас мы не будем вам давать конкретные рецепты, потому что
Очень многие из них есть на есть в профиле. И да. Все, которые вы просили, я записала. И со временем мы их выложим, Аня выложит, я, если это в моей, в рамках моей компетенции, скажем так, да. тоже буду выкладывать. Мы все это учтем, и часто, что еще более полезно, в профиле Ани она показывает в прямых эфирах, в мини-марафонах, да. каких-то прямых эфирах, да. как это делать руками, потому что иногда для ферментации рецепт не дает очень многого. Важно понять, скажем так, подход, пропорцию, подход, что делать руками, а рецепт уже такой он вторичный в этом смысле, видя вот этот подход и эту пропорцию для самой ферментации, вы сможете сами делать и по рецепту, и без рецепта, но мы сегодня об этом, да, еще поговорим. И в этом, да, большая ценность профиля именно Ани, почему я его так люблю по вопросам ферментации, потому что там много практики, там все показано наглядно. Вот, поэтому я попрошу тебя сейчас коротко представиться, в принципе, рассказать о твоих отношениях с ферментацией. Ой, отношения у меня, да. Хорошо, спасибо. Ну, я считаю себя таким практиком, да, я начала с теории. Не, ну, на самом деле, когда я родилась, моя мама квасила капусту, ей 84, она до сих пор это делает. Класс. Вот, да, делает свою собственную домашнюю сметану и кефир. Поэтому у меня есть с кого брать пример. Вот. Мое собственное, скажем так, путешествие в ферментацию началось где-то лет 10, наверное, 9 назад. У меня у ребенка случилась экзема, вот, 6 месяцев. Ну и, собственно, я уже как такая достаточно умная мамочка к тому моменту, как я считала. Вот я начала, я уже какую-то информацию рыла, да, то есть смотрела, читала что-то. Вот, начала изучать еще больше, еще сильнее. То есть ушла с головы в систему здоровья и в какой-то момент поняла, что ферментация, то есть, ну, поняла, что нужно менять образ жизни, кормить. Вот. И, собственно говоря, ферментация была одной из вещей, которых я полностью поменяла в нашей жизни, привнесла ее в очень больших количествах, скажем так. Начали мы, естественно, с капусты, mm-hmm. вот, квашеной, потому что, ну, понятное дело. Вот, наше все, сестра капуста называет... квашеная. Да, меня даже сестра называет Анька капустница. Если что, я строгаю капусту, радостно, да. Потом, естественно, пошла, начала экспериментировать, потому что поняла, что, во-первых, капуста, ну, не настолько все грустно, как у нас дома. Например, я не знаю, у нас, например, в Латвии, да, капуста всегда белая капуста, морковка, в принципе, все. Да. С морковкой, mm-hmm. либо без морковки. Я поняла, что капуста — это так интересно, уже столько туда всего можно интересного добавить. Да? И фрукты можно добавить, и какие-то специи, и травы, в общем, ну, все что угодно. И потом начала уже экспериментировать, собственно говоря, с напитками. Имбирное пиво у нас, по-моему, было первым. Вот, ребенок страшно радовался, жутко любит до сих пор. Вот. И, в общем, комбуча и так далее, кефир. Все начало как снежный ком. В какой-то момент поняла, что невероятно нравится мне все это делать. Я вот просто даже, можно сказать, как медитация для меня. Вот сидеть в капусте, значит, шуровать. Вот. И в какой-то момент начала, ну, естественно, сопутственно я изучала информацию в плане теории, да. Mm-hmm. Вот, естественно, знания у меня никакого. Всегда, прям цельный, да, вот смотрела последний эфир, прям... Все в одном месте сложилось в голове. У меня знания немножко разрознены. Я читала приблизительно те же книжки. Вот, смотрела приблизительно тех же специалистов. В общем, очень все интересно. Я поняла, что бактерии просто меня... Боже мой, это вот восторг. Просто вводят бактерии. Я начала всем вешать на уши про эти бактерии. Боже мой, бактерии, вы не представляете, как это здорово. Начала подпрыгивать, потому что, ну... В общем, короче, лет 5 назад меня друзья вытолкнули и сказали, иди уже учи, преподавай. Тебе нужно учить людей. Сначала никак не могла понять, ну, что учить. В принципе, это же так просто. Накидал соли, шоковал, ага. В принципе, все. Достаточно, ну, да, просто. Уж. Потом поняла, что у нас, ну, вот, как бы, да, я в Англии живу, нету вот этого вот, как сказать, последовательности поколений. Да? Преемственности есть, многие, такой. Uh-huh. Да, преемственности. Очень многие не видели там мама, папа, кто-то, yeah. родственники, да, как шинкуют что-то там, я не знаю, квасят и так далее. Очень многие.
То есть потерялась эта связь, очень много страхов вокруг бактерий, бактерии же все плохие, так что чистить. Не дай бог, у меня что-то в банке растет, господи, какой ужас. Да. Yeah. Поэтому я начала, ну, как сказать, по-другому начала на это смотреть и начала помогать людям. Даю, то есть мой принцип, я даю инструменты вам в руки, да, провожу, беру вас за ручку, провожу вас в волшебный, как я его называю, мир ферментации, показываю принцип. Да? То есть абсолютно ты правильно сказала, я совершенно не даю рецепт, если вы ожидаете, знаете, прийти ко мне на курс, там еще кто-то, я дам вам прям рецепты с количествами, этого нету. Если девочки у меня кто-то есть, я не смотрю, кто там заходит к нам, если девочки есть в курсе, то они скажут, что рецепт я ни одного не дала. Да? Но я даю принцип и провожу их вот в те вот 4 недели у нас, да, мини-курсы, провожу их, мы обсуждаем какие-то моменты, да, то есть достаточно много даю информации, но информация такая больше, как сказать, каркас. То есть вот это вот мяско на этот каркас вы уже накидываете сами. То есть у вас получается неповторимый свой собственный, да, такой креативный рецепт. Вот. Класс. Как я люблю прям. Такая творческая свободная просто кулинария, да, основанная на каких-то, да, традиционных красота подходах. Да. Угу. Абсолютно. Угу. Класс. Ну что, я сегодня, я писала в посте, у меня прям наболело, вы наболело в каком смысле? Я собрала запросы от своих девочек и поняла, что в принципе в современном обществе у многих девушек, мам, просто жен или просто девушек, которые сталкиваются с вопросом здоровья и связи здоровья с рационом, конечно же, всплывают пробиотики, ферментированные продукты и прочее, прочее. И так как действительно преемственность у нас немножко утеряна, для нас это что-то уже совершенно нетрадиционное, непривычное, что-то совершенно другой мир, непонятный. И все, что первое всплывает в голове, это, конечно, капуста квашеная, которую мы поголовно не умеем квасить, да? Почему-то я была очень удивлена. Да. У меня был шок, да, если честно. Я была уверена, когда я выходила в Инстаграм с онлайн, с идеей онлайн-курсов, потому что мне очень хочется достать по всему миру. Да, вот, да, курс, да, охват увеличить. Я была на 100% уверена, что ну что я буду русским, русскоговорящим, ну, рассказывать, как делать про капусту. Оказалось, что нет, как раз-таки все наоборот, всем жутко интересно, и практически никто не умеет. Да, да. Да, я тоже, выложив рецепт, причем это рецепт моей мамы, она квасит до сих пор, я сама почти не квашу, потому что меня снабжает мама, я так подсматриваю, он просто, ну, грубо говоря, бьет рекорды и вызывает восторг и миллион вопросов, естественно, в процессе, вот, это действительно так. И в этом смысле в нашей голове, кроме капусты, у кого-то еще чайный гриб, но это вообще мистическая история, да? Да, да, да. Но есть, просто все, мне кажется, была видели, вот все видели. На холодильнике. И никто не понимал, да, что там происходит и зачем. Нет, дедушка, бабушка, это гад там жил. Да, да, да. Да, и все, и больше ничего не возникает в головах практически. И мне бы хотелось, чтобы сейчас ты рассказала про то, что это вообще за мир такой, ферментации, традиционный? Уже многие думают, что ферментация – это что-то как молекулярная кухня, недавно придуманная. Вот. А это на самом деле совершенно, да, традиционный способ просто заготовки, хранения не в сезон, скажем так, продуктов, а для нас еще и обогащающая часть рациона. И в этом смысле, чтобы ты рассказала, какие бывают вообще вот эти, скажем так, группы ферментированных продуктов, да, да. Можно капусту, можно ли огурцы, а можно ли еще что-то, да, ферментировать. А напитки, да, что это за вообще такая часть ферментируемая. Да, еще да, да, что, да, потому что в голове всплывает мало чего. Вот расскажи нам, как практик, вот широту этого мира, это биоразнообразие. Да-да-да-да-да. Ну, широта невероятно широкая, скажем так. Вообще она уходит, да, очень многие думают, что, наверное, да, что вот как-то что-то какое-то новое все, вот, какая-то волна, да. Mm-hmm. На самом деле датируется это все в исторических документах лет 100 тысяч назад. Сильно. Первые ферментированные продукты. Я лично считаю, что, скорее всего, еще и до этого. Вообще ферментация, как сказать,
началась перед историей человеческой, да, потому что если вы представите дерево, да, например, там, с яблоком, например, с яблоками, если эти яблоки не срывать, то они начинают что? Ферментироваться потихонечку, да. Ферментироваться, падать на землю, компост. То есть компост — это тоже процесс ферментации. Да, да. Ну, то есть ферментация и гниение — это один и тот же процесс, просто участвуют разные микроорганизмы. Камбуча, да, та же самая, более 6000 лет назад была известна. То есть все это, медовуха, по-моему, то ли 12 тысяч лет назад, то ли что-то в этом роде, да, то есть медовуха, в принципе, одна из первых, вот, когда вот, вот этот дикий мед, да, падает, какой-то там какой-то дождь попадает или что-то, да, как сказать, больше, ну, попадает воды, да, то есть больше, больше жидкости, чем есть в самом меде, что там 17%, по-моему, да, то начинается процесс ферментации. Все, то есть это самый простейший продукт, наверное, который можно вот заферментировать. Просто да, делать даже ничего не надо, да? Вынести, да, под мёд, дождик мёд. Мёд воды, и оно, в принципе, ферментация, вам делать сильно ничего не нужно. Все делают магические бактерии, да, вот они там свою магию ферментируют. Заферментировать можно по факту абсолютно любой, любую категорию продуктов. Да? То есть какие у нас категории там, да, например, мясные, да, животного происхождения. Я всегда говорю на своих уроках, всегда всех шокирую, особенно местных. Говорю, жир можно заферментировать, да, то есть сало, извините, а что это сало, если это не ферментация, да. Мясо можно заферментировать, шарпутюрье, пожалуйста. Рыбу можно заферментировать. Кстати, кетчуп, да, кетчуп в 17 веке, вообще кетчуп пришел в 17 веке из Китая, и он был, основой были не помидоры, а был была ферментированная рыба. Что только себе представить, насколько это было вонюче, но... Ну да. Естественно, овощи, фрукты, да, это как бы первое, что приходит в голову, это фрукты, да, овощи. Вот. Потом злаковые, да, и это не только хлеб на закваске, это много еще чего, да, там реджувилак тот же самый, да, то можно сделать злак. Вот. Что еще? Корнеплоды тоже, кстати, туда идут, да, то есть можно, ну, заферментировать можно абсолютно все. То есть если вы даже подумаете, те же самые орешки, да, пожалуйста, веганские сыры, ну, вот, да, не все их делают ферментированными, конечно, да, но в принципе они должны быть ферментированными. Вот. И вот эти вот орехи, как-то, палсис, это, ну, горохово... Бобовые. Вот тоже, да, бобовые, да. Тоже можно. Тоже очень исторически много. Причем ферментированные продукты, вообще ферментация, как она же, как сказать, она сохраняет продукт, да, и увеличивает его, как сказать, нутриенты увеличивают, да, питательную ценность увеличивают. И, в принципе, можно следы найти по всему абсолютно миру, в любой точке Земли, абсолютно в любой культуре на Земле была и есть вот ферментация. Если вы зайдете вот в супермаркет, в любой, да, в любой, в любой точке мира, практически все продукты, которые лежат на полках и в холодильной секции, и не холодильной секции, титус и так далее, все это когда-то было ферментировано, то есть делалось с помощью ферментации. Естественно, производить это в таких количествах и достаточно сложно ферментированным способом, да, потому что ферментация, она непредсказуема, скажем так, да, то есть каждый батч, он будет разный, невозможно сделать одинаково каждый раз, да, тот же самый кефир, чтобы сделать, он же растет, увеличивается, в каждом следующем батче будет чуть-чуть больше кислоты, где-то чуть-чуть меньше чего-то, то есть, а в производстве нужно, чтобы все было одинаково и стандартно. Да-да-да. Стандартно, поэтому в какой-то момент процесс ферментации был заменен на... химические процессы, которые, как это, мимик? Ну, типа, изображают ферментацию. Изображают ферментацию, да. Но ферментации не являются, да. Не являются ферментацией, и они тоже сохраняют продукты, да, но не добавляют нам здоровья, скажем так. Вот как-то так, да. То есть, смотрите, в продуктах, например, да, там, понятно, там капуста, да. Ну, капуста, на самом деле, у меня сколько, господи, вариантов, наверное, 20 у меня вариантов капусты одной. Да? То есть ее можно из красной капусты делать, из белой капусты делать.
можно туда добавлять всякие разные специи, да, вот у меня есть в свободном доступе, кстати, к рецепту, а нет, ну, в общем, где-то есть, с куркумой, да, я ее называю молодильная капуста, потому что там куркума, причем куркума, наверняка Лена вас рассказала вам, что куркума, вообще куркумин не очень активный элемент, активный элемент в куркуме, очень тяжело усваивается организмом, да, и чтобы его усвоить, там нужно греть, или там жир нужно добавлять, или еще чего-то, да. Ферментация делает то же самое, она активизирует. Да, да, да. Вот у меня есть белая капуста, куркума и ананас. Да, ананас тоже там целая плеяда всяких полезностей. Вот. Получается невероятно вкусно и очень интересно. Вот. Да, я прям представила капустку с ананасом. Это, мне кажется, вообще очень супер. Вот ну, что я буду делать. Нужно, да, но нужно знать пропорции. Даже не столько знать пропорции, сколько понимать, что если положить слишком много того же самого куркумы, того же самого, да, то она начнет горчить. То есть нужно немножко. Да. То есть, да. Я, в принципе, все делаю на глаз. Вот, честно скажу, даже вот когда я хожу... Поэтому ты и богиня ферментации. Да, когда я хожу в кафе, спасибо. Когда хожу в кафе, я делаю вот, фирменный свой, да, у меня есть фирменный рецепт капусты, невероятно вкусный, просто все пищат и лают. Вот, я его... У меня рецепта нет. То есть, все здесь. И у меня всегда, каждый раз я делаю на глаз. То есть у меня количество нет нигде. Поэтому и кто-то пытался, давай откроем производство. Я говорю, а как я? А как? Мне нету рецепта, как я? Нужна, ну, нужен мой личный как бы вклад. Да, ты вкладываешь через руки и вообще эту энергию, она тоже очень важна. Вот. Так вот, есть очень много вариантов. И с той же самой с ананасом, да, то есть его переложить, он очень сладкий, пойдет процесс брожения и уже уйдет в алкоголь. Невкусно. И чтобы оно получилось вкусно, нужно все как-то вот идеальненько на глаз. Соразмерить, да-да-да, интересно. Соразмерить, да. Ну, вот видишь... тоже очень много, да. Интересно, что, мне кажется, вот большая ценность в том, как ты это подаешь, скажем, что ты рассказываешь, почему так, да, что вот в ананасе много сладости, много сахара, ну, фруктозы, глюкозы, соответственно, это приводит к смещению процесса в сторону брожения. В другом, ну, в общем, вот зная вот эти вот, грубо говоря, базовые свойства, как я всегда выражаюсь, продуктов и их влияние, мы понимаем, почему не надо переборщить с ананасом и не надо с куркумой. Да. Это самое ценное, потому что вообще, на мой взгляд, самая большая ценность ферментированных продуктов раньше была в том, что они могли сохраняться за счет этого, и можно было в сезон, когда ничего не растет, выживать. А для нас ценность уже в другом. Для нас самая большая ценность первая в том, что они делают сильно доступнее многие вещества, да, в самом первоисточнике, грубо говоря, в сырье. Становится все сильно доступнее, биодоступнее для нас. Они раскрывают свойства, которых не было изначально, ну, то есть, которые были скрыты внутри продукта. Добавляют. Да, для нас добавляют. Некоторые, да. За счет как раз жизнедеятельности микроорганизмов, за счет того, что микроорганизмы выделяют свои продукты, метаболиты, также для нас очень полезны. И энзимы, и витамины, и бла-бла-бла. Вся эта невероятная для нас богатая штука. И третье, это то, что эти продукты невозможно сделать промышленно, по-настоящему, да, и делать их нужно дома по-хорошему, ну, единственный способ. И делать их можно только с душой, потому что они, правда, вот, отражают твое вообще характер, настроение, характер, мировоззрение, чувство твое, меры, вообще восприятие. И в них вложено так много этого, а у нас недостаток этого на прилавках магазинов. Да, недостаток. Да-да-да. И в этом смысле для меня это, конечно, огромный крутой мир, потому что, ну, этого больше негде взять нам, да, таких обогащенных продуктов. Я вот хотела у тебя сейчас спросить поподробнее. Это когда-то поразило меня, я узнала об этом именно у тебя в профиле. И это поражает всех, кого я рассказываю, этот раздел ферментации под названием «Ферментированные соусы». Я очень люблю соусы, я считаю их такой квинтэссенцией, суперконцентратом нутриентов, ну, тот же песто, да? Но это же просто, ну, вот возьми все самое полезное, сконцентрируй, и вкус еще, да, невероятно богатый. И для меня соусы это, конечно, одно и то же. Вари каждый день там рис бурый, но если у тебя есть в арсенале 5 крутых соусов, ты просто богиня дома на кухне, все будут в шоке и рады.
Но когда я узнала, что бывают еще и ферментированные соусы, что изначально соусы-то такими вообще быть должны, в этом была суть, да. Да. У меня прям перевернулось многое. Все там думают, моя аудитория, что я вообще все знаю, все умею. И... Но это было для меня открытием. Поэтому расскажи немножечко про этот раздел, что это вообще такое ферментированные соусы, все ли могут быть ферментированными. А вот как-то раскрой для нас, освети немножко эту темную сторону, неизвестную. Ну, да, ферментации на самом деле... как сказать, есть, ну, как бы два принципа, что ли, да, то есть если вы берете свежий продукт, ну, ту же самую капусту, да, и его ферментируете, да, то вам не нужно, в принципе, да, никаких дополнительных, то есть все обычно спрашивают, окей, вот мы все тут добавили, а бактерии мы откуда возьмем? Да-да-да. Бактерии живут на тех самых фруктах, овощах и остальных продуктах, да, в мясе, тех же семечках и так далее, да. Поэтому так важно, ну, качество, да, где вы все это берете. Ну. То есть, если соус у вас, например, то же самое песто, там, да, все сырые ингредиенты, которые уже априори содержат микроорганизмы полезные, да, которые нам пригодятся в ферментации, включая вот кисломолочные лактобактерии, да, то вы тогда ферментируете это все дело, создаете, как бы ферментация – это создание идеальных условий, ну, или жизнеспособных условий, скажем так, да, для тех самых бактерий, которые нам нужно, чтобы начали жить и делать эту магию, да, преображать наш продукт. А если, значит, этих вот, ну, нету, да, если у вас, например, тот же самый кетчуп, да, кетчуп делается из вот этой вот пасты томатной, которая уже уварена, была термическая обработка. Если термическая обработка была, то тогда, естественно, если вы этот продукт там с чем-нибудь смешаете и оставите, да, то он просто сгниет. Ничего. Покроется там плесенью, в общем, все будет не очень красиво. Займет больше времени, но вот... Поэтому нужно привнести какие-то бактерии. Нужно добавить туда бактерии. И это не обязательно должны быть пробиотические капсулы, да, то есть, ну, можно их тоже, конечно. Вот, но если вы уже что-то делаете ферментированное, да, вот как у меня, например, целая плеяда всего. Можно добавить и водного кефира чуть-чуть. Но главное, чтобы то, что вы добавляете, да, можно, в принципе, и в магазине, наверное, я не знаю, как там в России с этим насчет живых бактерий, да? Ну, в обычном магазине я, нет. Мы с Димой там обсуждали, я помню, про это да. Не было, я прям развесила уши, мне было жутко интересно, потому что я, ну, у нас практически все, ну, если не написано, даже когда написано, что живые бактерии, не факт, что они там есть, на самом деле, да? Но надежда остается, скажем так. И должны быть живые, то есть на баночке, если вы это покупаете, если не сами делали, да, должны быть живые бактерии обязательно, ну, не пастеризованные. Если продукт пастеризован, то он обычно стоит не в холодильной секции, да, в супермаркете, и обычно там, ну, нету живых микроорганизмов. То есть вы можете добавлять, можно даже добавить, не нужно, в принципе, я за простоту метода, да, сделали капустку, наквасили капусту, да, вот этот вот сок, ну, не сок, как сказать, рассол капустный, да, то есть его можно там ложечкой так раз, и вот можно этой ложечкой добавить класс, да. Рассол капустный, вот в этот самый кетчуп, и его заферментировать, да. В основном все соусы, вот, ну, практически все, да, они ферментируются очень малое количество времени, да, вот. У меня там есть мексиканская сальса, да, может, основано на помидорах, да, то же самое сальса верде, вот, да, да, да. Томатильи, кстати, невероятно вкусные, поделюсь с тобой рецептом. Да, да, у меня эти томатильи ждут своего часа. Да, со мной поделилась рецептом мексиканка, то есть мне подружка. Я, естественно, живу в Лондоне, да, у нас тут, у меня нету практически друзей англичан, наверное, двое. Все остальные из всех разных, то есть у меня итальянцы и португальцы, и из Мексики девушка есть, и бог знает еще откуда, да. Поэтому я вот прям окружена, почему я очень люблю Лондон, я окружена прямо культурой, это очень интересно. Невероятно интересно и здорово общаться с такими людьми. Так вот, сирача, вот я вижу. Да, сирача, да. Сирача это единственное, наверное, вот у меня вот то, что вот я, то, чему я учу, да, преподаю, какие у меня вот рецепты есть именно соуса. Сирача – это тайский острый соус. Он единственный, который у меня готовится целый месяц. Все остальные 2-3 дня
Ну, максимум 4, да, 5-6 дней, вот так вот, ну, не больше недели обычно. Значит, там мексиканские сальсы, да, тут уже целая разновидность, количество разное. Есть у меня карибская чатни, у меня есть индийская чатни, да, то есть немножко разные специи там, немножко разная, ну, основа, вот. Потом такие вещи, например, как, ну, естественно, горчица, да, горчица, кстати, невероятно вкусная, получается просто бомбическая. Вот. На самом деле, я ну, не только как бы за здоровье, да, чтобы польза была. Я за и мы за вкус, да. В первую очередь. Я настолько люблю кушать, да. Мне нужно было вкушать, это невкусно, я кушать не буду, вот честно. Даже, да, я в свои эфиры таких не приглашу. Имейте в виду, если будете пропагандировать полезность, но без вкуса, это не к нам. Да, должно быть очень вкусно. У меня всегда, обычно на уроках на живых, да, когда пробуют сирачу обычно, особенно сирачу, всегда спрашивают, а вы продаете ее? Нет, я не продаю. Практически каждый раз, 100% случаев спрашивают, а продаете ли вы? Или нет, но я учу вас как. Я даю вам все вот инструменты и показываю, как же это все сделать самим. Есть такие вещи, которые я не ферментирую, да, то есть они будут не ферментированными, а пробиотическими, скажем так, да. То есть к этому относится, например, майонез, да, то есть я делаю дома майонез, естественно, я не оставляю его ферментировать, вот, потому что там ферментация и вот это вот растительные масла это такой отдельный, очень сложная сложный тема. Вопрос. Да? Одни, да, очень такая конфликтующая тема, потому что там очень много таких, как вроде как нельзя ферментировать, а с другой стороны, как вроде можно. То есть, туда я сильно с головой не уходила, но сама на опыте узнала, что в принципе, не в принципе, а можно. То есть я, у меня был такой странный опыт, непонятно. Вот. Но тоже это тоже можно ферментировать. Кстати, вот рыбий жир же тоже ферментированный. Да, да. Поэтому, ну, тоже такой под вопросом, на самом деле. Это больше, наверное, к химикам вопрос, да, вот биологам, химикам, да, вот. Более научный вопрос. Вот. Так майонез я делаю пробиотическим каким образом? Просто, ну, вы знаете, да, там, добавляете там масло, да, там оливковое, к примеру, да, яйцо, ну, у меня не веганский, можно веганский сделать, да. Не изнута, а там жидкость там какая-то, забыла, как она называется, что-то специфическое название, все время забываю. Аквафаба, да. Вот-вот-вот-вот. Потом нужна обязательно кислота, да, так вот часть этой кислоты, кислота у меня обычно либо лимон, либо уксус, собственно, производит. Да, да, ну вот это классическая такая основа, которую мы знаем. Да-да-да-да-да. Вот там еще есть у меня всякие ингредиенты, здесь, кстати, рецепт есть у меня в свободном доступе, так что можете посмотреть, зайти. Вот. И часть вот этой вот кислоты я использую, можно всю, какой-то ферментированный рассол. То есть либо это у меня рассол из-под огурчиков там каких-то, либо капустный. Ну, у меня очень много большущий выбор, да, то есть, в принципе, что-то добавить очень много чего можно, да. Любой рассол из-под любого какого-то ферментированного вот квашеного продукта ваш запросто можно добавить. Водный кефир можно добавить, можно камбучи добавить, можно, ну, опять-таки, лучше своего производства, потому что, ну, точно знаю, что оно не пастеризованное. Вот. То есть много чего можно добавить. Когда добавляешь, да, происходит реакция, вот, и он получается пробиотическим. И, кстати, вот эта вот кислота, да, и ферментированный вот продукт, это вот эти бактерии, да, они же являются консервантом, да, то есть, в принципе, ферментация, она сохраняет продукт за счет того, что она является консервантом. Вот эта кислота, да, выделяется, да, молочные бактерии, кислоты, да? Оно, мало того, что оно создает благоприятную, неблагоприятную среду для патогенов, да, то есть они там не выживают. Поэтому ферментированные продукты, как я говорю, самые, как это, safest food on earth, да, как это, самая, ну, безопасная пища, ну, по факту, да, да? Вот. Плюс вот это вот является консервантом, то есть достаточно, не знаю, у меня майонез, ну, месяц хранится в холодильнике точно. Слушай, а если говорить про ферментированные соусы в классическом варианте, суть технологии в том, что мы смешиваем ингредиенты и, грубо говоря, даем им какое-то время стоять и ферментироваться в прикомнатной температуре. То есть подход такой, поняла. Да. У каждого будет чуть-чуть, может быть, свое, ну, как бы, время, да? Да. Все очень, потому что, на самом деле, в ферментации очень много факторов влияния. На эту ферментацию. В принципе, как и на все, да, то есть точно на здоровье, да, возьми здоровье, это не только там, например, питание или там спорт или там еще что-то, да, очень много факторов влияния, точно так же и тут. Огромное количество факторов влияния, включая
вот эта вот ваша вот энергия, что вы это делаете. Сейчас, секунду. Да. Сын включил, сам удивился. Пытается делать потише. Неси мне. О, ты справился. Супер. Спасибо. Еще чуть-чуть потише. Еще сделай. Да, оно само так включилось. Ну, сделай еще потише. Вот так, хорошо. Да? Не слышно же сейчас, не мешает. Не, нормально, нормально. Слушай, я тогда предлагаю перейти к вопросам. У нас их немало, да. И тут еще сейчас в процессе задали парочку вопросов. Перейти, да, к практическим вопросам. Да, 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 я так отмечаю, их замечаю, мы обязательно все затронем. Первый вопрос будет от меня. Я воспользуюсь приоритетным правом и спрошу. У меня такой вопрос, мне кажется, он может быть полезен для всех. Иногда звучит и кажется, что ферментация, особенно дома, требует каких-то очень глубоких знаний, либо умений, либо, не знаю, каких-то... В общем, нужно какое-то мастерство или знание, или инструменты, что это такой какой-то покрытый тайный магический процесс. И дома в таком объеме это практически делать невозможно. Кто-то, в общем, часто так обращается ко мне с таким комментарием, что да ну это же только знатоки, профессионалы могут делать. А чтобы освоить, нужно огромное количество времени, сил, знаний. Так ли это? Вот насколько реально дома делать не только капусту, а практически там все или через одно ферментированным? Ну, скажу сразу, что это неправда. Неправда все это. Во-первых, как сказать, все это начиналось-то с дома, да, 100 тысяч лет назад. Супермаркета же не было. Да, все же начиналось с дома. Все начиналось с проб и ошибок каких-то, да. Ферментация, на самом деле, очень простой процесс. Я учу именно простому процессу. Да, вы можете пойти в магазин и купить какие-то супербаночки с гидрозатворами. Да, вы можете пойти купить в магазин там какие-то суперштучки и так далее. Там какие-то, даже вот эти вот вес, которые, да, вот, ну, грузики. Да, да. Вот. Я учу делать вообще без всего этого, даже без грузиков. Да? То есть сейчас меня там закидают помидорами, да, что, как это без грузиков должно быть? Анаэробный процесс и так далее, то есть кислорода. Да, вот у меня без грузик. То есть абсолютно все просто, да. А, да, нужно знать какие-то определенные принципы, но они не такие сложные. Да. У меня, например, курс стоит вообще не сильно дорого, да. Приходи, учись, я даю очень много. Ну, на мой взгляд, даже даю немножко больше, чем вот... Просто потому что не могу себя удержать, скажем так. Мне задали вопрос, я начинаю широко раскрывать. Да. Нету, как сказать, ограничивающих факторов каких-то, да. А в принципе это все очень просто. Вот честно скажу вам, да, несложно совершенно, никаких специальных утвари никакой не надо. То есть все, что есть у вас дома, я вас уверяю, вы можете использовать, и это будет. Сложности нет никакой абсолютно. То есть нужно просто знать какие-то принципы. Иногда, и смотрите, ну, так как ферментация дело дикое, да, и ну, не то чтобы не совсем необузданное, но все-таки в какой-то момент, ну, в какой-то степени невозможно контролировать, да, то бывает, что-то не включает, да. На самом деле, чем больше ошибок делаешь, как, в принципе, в жизни, как, в принципе, в любом деле, да, Конечно. Тем глубже понимание, тем больше ты в следующий раз ты более уверен в себе. То есть, если ты наделал ошибок, то ты потом ты уверен, ты знаешь, что а, вот если у меня вот камьиз, например, образовался, то я вот тут вот так, и все. То есть нет этого страха и какого-то ужаса. Как я говорила уже, ферментация достаточно процесс. Как сказать, ферментированные продукты самые безопасные продукты. И, в принципе, навредить тебе, ну, сложно, если честно. Плюс у меня есть видео очень хорошее, мне кажется, полезное. Что делать, как определить, что у вас фермент получился? Он у меня, по-моему, в ГТВ стоит. Вот, то есть, да, вы можете пойти в интернет, там, какой-то рецепт сделать, не уверены вообще, а получился у меня рецепт, не получился, потому что я вообще всех отравлю, потому что у меня там какие-то гады забили, да. То есть, вот у меня есть видео, которое объясняет, как определить, что, да, у вас все окей или все не окей. То есть, это достаточно просто, если честно. Ну, учит использовать вот этот вот самый главный наш инструмент, да, тело. То есть мы были созданы с гениальнейшим инструментом уже у нас в руках, тело, да, вот эти вот все
органы чувств у нас не просто так. Вот. Они вам просто не дадут себя отравить, если вы слышите это тело. Да? То есть у вас там жуткий какой-то... Надо фильм, доверять, какой-то... конечно, конечно. Вот, угу. Да. То есть у нас есть механизм, который в нас встроен, чтобы нам не дать нам умереть. Скажем так. Угу. Ну, как-то я ответила на жизнь. Класс. На вопрос, правильно? Да, да, мне точно, мне да. Итак, теперь, значит, вопросы от наших подписчиц. Первый вопрос. Можно ли вырастить комбучу дома с нуля? Ну, я могу ответить, что точно да. Короткий ответ – да, но, да, там есть такое но. Но, да, продолжай. Для того, чтобы вырастить, да, для того, чтобы вырастить, насколько, по крайней мере, я знаю, да, вам необходимо напиток комбучи, непастеризованный. То есть, если вы можете пойти в магазин, у вас есть такой магазин, можете купить бутылку непастеризованной комбучи, тогда да, вы выливаете ее в банку, прикрываете вот тряпочкой, да, обязательно с резиночкой, вот, и ждете. И в конце концов у вас появится грибочек. Если у вас нет такой возможности, то вы не вырастите ничего. Да. Я вот хотела тоже дать такой комментарий, что, в принципе, изначально, понятное дело, что когда-то давным-давно вырастили там первую комбучу без... Она первичной питательной среды. Вдруг. Да, она случилась вдруг. И в этом смысле, как бы в теории считается, что можно вырастить, просто взять хороший благородный чай, смешать его с сахаром, поставить, вырастить там 30-40 дней, будет расти, крепнуть гриб, но для этого сам чай должен быть невероятного качества, в котором вы уверены, да, он должен быть, ну вот, с одной стороны чист, а с другой стороны не слишком чист. И вот этот, ну, чтобы на нем остались, да, баланс, все ребята. Да. Должен быть, скажем так, максимально натуральный сахар, да, источник вот питания. Должна быть среда такая какая-то, да, вот особая. То есть вообще вы можете... чайный гриб к нам пришел, мы так вот, по крайней мере, думаем, из Тибета. Девочки, в Тибет нужно ехать, чтобы там... Да, 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 в этом смысле это... целая история, как это все было. Много факторов, которых мы можем даже не иметь, не знать, да, вот в среде окружающей, которые нужны для того, чтобы гриб рос. Поэтому можно попробовать дома это делать, но результат через 30... Вы можете ждать 30-40 дней, а гриб не появится. В этом смысле сейчас сильно проще его купить. Конечно. Или взять у кого-то, кто занимается. Очень много энтузиастов. Вообще не проблема совершенно в любой точке мира. Был как раз вопрос, где купить чайный гриб, как вообще раздобыть. Вы можете бросить клич. Среди вы удивитесь, что почти у всех находится кто-то из знакомых, у кого у родителей, у самих есть. С вами могут поделиться. Если нет такого или волнуетесь, не знаете, как люди содержат, ухаживают за грибом, напишите мне, я пришлю вам ссылку. Я знаю, по крайней мере, в России одного человека, который занимается тоже ферментацией глубоко, там и книгу сейчас пишет по ферментации и продает. Да, в этом смысле, вот, пишите нам, есть источники, мы просто дадим контакт, в котором мы уверены. И у вас появится ваш домашний питомец в виде чайного гриба. Да-да-да. Чайный гриб — это комбуча, да. Да, чайный гриб — это комбуча, а зааглея еще называют, но это такое более наукообразное. Кстати, очень многие, вот был вопрос, да, был вопрос, я перепью, извиняюсь. Да-да-да. Ой, а там грибок же, это грибки. Это проводный кефир было, да, да, такое. Никакой связи с грибком вообще нет, да, потому что, в принципе, комбуча — это симбиотическая и комбуча, и водный грибок, и какой-то молочный грибок, да, это симбиотическая коммуна, колония, да, колония бактерий и... заквасочных грибов, не заквасочных, как это? Дрожжеподобные? Дрожжевых грибков, да, дрожжевых микроорганизмов. То есть тут с грибами никакой связи нет, просто так назвали. Не пугайтесь, что у вас там какие-то грибы начнут в животе расти, точно нет. Некоторые спрашивают. Да. А дальше. Вначале пойду по вопросам, которые были под постом у нас, а потом те, которые сейчас задают девушки. А, так, про ферментированные соусы был вопрос, но мы уже подробно поговорили.
Как готовить домашний квас без глютена? Как правильно квасить огурчики? Это было все в одном вопросе. Домашний квас без глютена? Я не знаю, честно говоря, прям кваса без глютена. Я знаю риджиулак. В классике же, да, он делается на пророщенный там полбе, скажем, пшеницы, но я знаю, что сейчас делают, и я один раз делала. Мне самой не очень нравится риджиулак. Я его не делала, если честно, но подозреваю. Да, он не очень вкусный, на мой взгляд, но есть люди, которым он нравится. Я правда, вот на курсе мы делали с девочками. Я знаю, что энтузиасты делают риджиулак на пророщенном киноа. Да, наверняка можно, опять-таки, как я говорила, можно сделать на чем угодно. Да, на чем угодно. Вот, поэтому вообще если... Квас? Да, вот расскажи, вообще, что такое квас, вообще да. Квас такое. Насколько я помню, от шумеров он к нам пришел, квас, да. Вот. И, но почему-то как-то именно древнерусской культуры он был подхвачен, и квас это не только хлебный квас, это еще желтовый квас. Кстати, да. И овощной, наверное. Ягоды, да, ягоды, квас. Вот эти вот все, да, морсы и так далее, это все же заферментировать можно. Кстати, у меня сейчас вот последняя неделя идет вот мини-курса по именно квас, ну, вот именно по напиткам, да, там тоже квас. Квас с девочками разбирали, у них там уже бурлит, там уже довольны, там все это пьют уже. Вот у меня да, я обожаю свекольный квас, который узнала, кстати, у Ани в Клоке. Свекольный тоже, да, свекольный квас. И это просто моя любовь. Невероятно ядреный прям, эх, классный. Да. На нем, кстати, холодник хорошо делается. Да, да. Да его пьешь просто и уже как будто бы пьешь холодник. Ну и пьешь хорошо вкусно. Ну он как борщ. Да, пьешь борщ, вообще класс. Да, поэтому квас можно сделать, девочки, вот именно из фруктов и из огурчики. Смотрите, берете и ферментируете. На самом деле рецептов в интернете очень-очень много. Да, сейчас перейдем к таким больше интересным практичным вопросам, в том смысле, что потому что про рецепты, если хотите, чтобы кто-то осветил из нас как конкретный рецепт, например, там огурчиков, еще что-то, вы напишите в директ. И либо в этом смысле уже есть прямой эфир, либо это есть в каком-то курсе, либо мы просто напишем об этом пост или еще что-то. Абсолютно, да. Вот интересный вопрос. Возможно ли квашеные огурцы, именно квашеные огурцы, сохранить на зиму с максимальной в них пользой? Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Да, то есть, если вы солите, да, если у вас есть подпол, подвал, да, хорошее прохладное помещение, можно ферментировать этих огурцов. То есть, ну, как бы соленые огурцы, да, то же самое. Если у вас есть хорошее, потому что вот эти вот факторы влияния, они важны, вот эта температура, именно контроль температуры. Да. Потому что огурец вообще, он является достаточно, ну, очень большое содержание воды, поэтому он ферментируется и переквашивается очень-очень мощно, быстро. Мощно, да. И быстро становится вот такой жижей. Поэтому туда дубильные вещества кладут, да, дубовые там листы. Хренчик, да, листья, хрен. Хренчик, да, что-то такого плана. Поэтому, да, вполне можно, если у вас есть дубовая бочка. Да, я знаю, что в Москве точно можно. Да, можно везде, в любом городе России, везде, можно в интернет-магазине, да. Бочки дубовые. Прям вот эту вот бочку засолить, и прям зафермитировать, и прям будет супер, да. Вот. Значит, я мужу выдала задание строить погреб. Вот, я прям мечтаю. В этом году у меня будет погреб. Такой. Да. Прям вот я завидую. Потому что вообще с ферментированными огурцами тут такая у меня история, что у нас нету правильных огурцов в Англии, чтобы их ферментировать, да. В течение, вот, ну, когда идет сезон, да, в польских магазинах есть, да, вот эти вот огурцы такие, вот именно такие правильные. Но я не знаю, где они выращены, как и чего, поэтому я не... Ну да, хорошо. Да, опасная история. А тут у нас вот эти вот длинные, жуткие, ну, короче, они не подходят для вот именно бочковой ферментации, поэтому я делаю салатик из огурцов, я их режу, ну, как бы использую то, что есть. Я тогда резюмирую. Ответ на этот вопрос заключается в том, что квашеные огурцы с максимальной полезностью можно сохранить на зиму в правильных условиях. Это должна быть прохладная, с определенной такой стабильной, грубо говоря, влажностью пространство, без прямых солнечных лучей, но главное, что оно должно быть прохладным, да? Как погреб, подпол, вот такие вот истории. Тогда с пользой все сохранится, да? Правильно я? Да.
Все. Совершенно дальше. Верно, да. Тоже очень интересный вопрос, такой некий миф, не миф, разные такие позиции, поэтому интересно, нужно ли добавлять соль в ферментированные овощи? Кто-то пишет, что с солью не формируются полезные бактерии, а у кого-то в рецептах, наоборот, есть соль. Какова роль соли в ферментации? Я знаю эту, как это сказать, направление, да, скажем да, так. Да, да, да. Как раз-таки с точностью наоборот, да, то есть я всякие тоже научные книжки тоже читаю, да, вот типа такого. Да, это мы любим, ага, класс. Да, естественно, потому что, ну, интересно, как же и что, потому что, ну, тоже столкнулась с тем, что, ой, без соли, без соли. На самом деле, лактобактерии, да, их там около, ну, больше 80 разновидных штаммов, да, вот. И, естественно, кто-то выживает, например, при каких-то крайних температурах, да, там плюс, я не знаю, 40-50, а они там живут. Или там минус там жуткий, там люди не живут, а они живут, да. Точно так же и с солью. В принципе, те микроорганизмы, которые вот именно лактобактерии, которые нам нужны, да, кисломолочные, они, им нужно определенное количество соли. То есть если вы... То есть, соль тоже важно, ну, не переборщить соль, потому что некоторые думают, ой, чем больше соли, тем, типа, ну, лучше, чем безопаснее будет. Как раз-таки вот нет. То есть нужно соблюсти вот этот баланс. Обычно для капусты где-то 2% соли, да, на капусту. Вот, то есть если не доложить или не положить совсем, то немножко другие штаммы, немножко другие микроорганизмы пойдут. Обычно... Я, кстати, пробовала в плане эксперимента сделать капусту без соли, да. Она, во-первых, получается мягкая, потому что совсем другие микроорганизмы, ну, задействованы. Да, да, да. Она получается, ну, она получается, да, то есть там у меня никто страшно не вырос, все получилось, но она невкусная, в ней соли не хватает. Ну, это квашеная капуста, ну, она просто невкусна мне будет. Пользу такой капусты, опять-таки, нужно смотреть, идти в лабораторию и там все проверять. Нет, возможно, вот. Но она невкусная, она точно не хрустящая, то есть она не получается хрустящая. И соль нужна. Да, я могу сказать с научной точки зрения, что в исследованиях показано, что то количество соли, которое используется в традиционных пропорциях, в традиционных рецептах продуктов, это я телефон в зарядку ставлю, он у меня начал разряжаться, вот, оно не исследовался состав квашеных продуктов, а в традиционных. Так, вот так у меня теперь без наушника. И, соответственно, не погибают там полезные микроорганизмы, регулируются, в том числе за счет соли, но в большей степени за счет выделяемых кислот органических, да. Патогены. И, соответственно, если, как ты вот отметила, соли класть больше, тогда начинается, скажем так, ну, ингибирование такое, замедление полезных. Ребят, а если класть в меру, вот как такая выверенная тысячелетиями примерная пропорция этих продуктов, то все там цветет и пахнет в хорошем смысле, а патогены как раз-таки не развиваются. Это вот к вопросу вот, соли. Вот это важный момент. Да. Если не доложить соли, то патогены тоже могут пойти. Да, да. Это соль в том числе используется как регулятор на начальной стадии, пока ведь у нас не разрослись еще хорошие ребята. Да? Именно, патогены именно, тоже да. пытаются. Соль в этом смысле регулирует добро и зло. Согласна, абсолютно верно. Да-да-да, очень хорошо сказано, да. Так, тогда дальше. Хороший был вопрос. Все вопросы великолепны, мне очень нравятся. Это прямо они такие. Очень хорошие вопросы, кстати, да, я тоже заметила. Прям интересные. Да. Еще раз про водный кефир хочу задать вопрос. Водный кефир, говорят, что у него тоже формируется грибница, и мы пьем его, чтобы избавиться там, ну, грубо говоря, чтобы вылечить свой кишечник от одних грибков, а заселяем его другими. Вот есть такая позиция о потенциальном вреде. Но я должна сказать, что в колонии водного гриба совсем не те дрожжи, которые мы называем кандидой, да, или патогенами для кишечника. Поэтому патогенные микрофлоры, я, по крайней мере, не видела ни одного исследования, которое бы показывало, да. Наличие патогенных грибов в водном кефире. Поэтому мне кажется, это просто какая-то пугалка. Да-да, там полезно. Точно так же говорят про камбучу, да? Про ту же самую кандиду, про ту же самую камбучу точно так же говорят.
Абсолютно нет. Те грибы, они являются полезными для нас, не патогенными. И они быстро, как бы, когда вы заселяете этими грибами вот камбучу, водный кефир, да, вот ваш кишечник, то они регулируют именно вот этот вот баланс. Потому что плохие тоже должны там жить. Та же самая кондиция, да, у нас всех есть. Да? Но оно должно быть в определенных количествах только, не больше. Mm-hmm. Вот, поэтому короткий вопрос, ответ нет. Mm-hmm. Отлично. Так, следующий вопрос. Вопрос из зала. Да. Как и сколько хранится, да, уксус? Уксус хранится вечно. А как, в холодильнике или нет? Нет, он хранится просто вечно в шкафчике, в холодильнике. Да, 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 да. Та же самая камбуча, например. Да? Что камбуча? Говори про камбучу. Та же самая камбуча, например, да. То есть с каждым днем она становится кислее и кислее. Да, и превращается в уксус. И вот эта вот кислая среда, она совершенно невозможно в ней жить никаким патогеном. Угу. Оно живет вечно. Уксус может жить вечно. Ага. Все, отлично. А что можно заферментировать? Вот, вопросы про детей. Здесь они сейчас тоже повторяются. Первый вопрос. Да. Что можно заферментировать для детей от 6 лет и старше? А вообще был вопрос, со скольки лет детям можно есть ферментированные, да, продукты? Да, по этому вопросу я хотела задать тебе больше вопрос. Потому, да, я обычно, сказать, говорю, я могу... как только включаете вот эти вот столы, да, как только ребенок начинает ужас, в принципе, уже можно, на мой взгляд. Да, мы сейчас... Мнение, например, там, Всемирной организации здравоохранения и прочих организаций на этот счет может отличаться от моего профессионального мнения, скажем так, потому что мы должны понимать, что не может ВОЗ написать, что ешьте сразу ферментированные продукты, потому что ВОЗ не знает, откуда человек будет брать эти продукты, и действительно ли, да, они, да, ферментированы, да, и как, и кем. И в этом смысле лучше, конечно, перестраховаться для здравого смысла, чем такое написать. Но если мы с вами говорим о продуктах, которые мы с вами готовим в здравом уме, да, в здравии и в разуме, для себя и сами со своей семьей едим, то ферментированные продукты можно и хорошо вводить тогда, когда у ребенка начинается приобщение к, скажем так, взрослой еде. Когда он появляется у него пищевой интерес, и он на столе видит у вас порцию квашеной капустки, тянется ручкой и дает вам понять, что он хочет попробовать, вы даете кусочек, вот полосочку, да, и ребенок ее чавкает, жует. Больше, ну и смотрите на реакцию организма. Обычно реакция организма прекрасная, но нужно понимать, что почему можно сразу эти продукты? Потому что за счет ферментов, ферментации этих самых энзимов, они уже слегка переваренные, скажем так, в хорошем, да, смысле, они, да, доступнее. На самом деле, они усваиваются у нас, да, сильно легче, чем сами продукты. Угу. Квашная капуста усвоится легче, чем неквашная. И когда кто-то говорит о вздутии живота после квашной капусты, еще о чем-то, это возникает на фоне дисбиоза, уже имеющегося в кишечнике, да, потому что там начинается битва с темным... Битва, ну, начинается, битва, да, да, там война идет. Кто, да, «Игру престолов» смотрел, вот там начинается самый главный бой с темным этим королем. Куликовская битва. Да, да, с той патогенной микрофлорой, которая уже накоплена, да, в кишечнике. Хорошие ребята, поступившие с нашим пробиотическим продуктом, начинают бой и смешиваются среды, смешиваются продукты метаболизма, и первое время так может быть. Но если у вас серьезный дисбиоз, понемножку вводите пробиотический продукт, не сразу стаканом, там, да, свекольный квас. Нет, вообще нельзя сразу. Рюмочку, да, не сразу там огромную миску квашеной капусты, а щепоточку. В этом смысле вы потихонечку партизан таких подселяете, да? Да. Нет войны и боя, а есть партизаны, которые начинают распространять свое влияние и регулировать популяции в вашем кишечнике. Mm-hmm. У деток в этом смысле происходит как раз становление. У кого-то, конечно, yeah, бывает сразу нарушенная микробиота, но в целом в первые годы жизни происходит становление. И поэтому выдаёт